Всем привет, мои дорогие! Нам пришла новая очередная посылочка. Так, Давидка сегодня у меня не спит, поэтому попытаюсь снять видео вместе с ним. Ну, как всегда, вчера вечером я ее надорвала, эту посылочку, посмотрела. Ну, все-таки вам снимаю вместе с упаковкой. Да, посылка с новой почты. Давидик, говори привет. Привет! Привет за кадром. Так, ну, начнем. Раскроем посылочку. В этой посылочке будут носки и трусики Давиду. По-моему, все размеры на 92, 92 размер, все на 2 года. Так, Давидка. Так, первое, что мы видим, это накладная. Здесь расписаны товары и сумма общая. Вот так вот, эту бумажечку убираем. Так, первые носочки, такие вот серенькие, размер 14, то есть он идет на 2 года. Такие серенькие носочки я сейчас начала покупать коротенькие, такие типа спортивные, или как их назвать, я не знаю. Такие коротенькие носочки. Давид мой такой полненький, как бы ножки пухленькие, и носочки, которые идут здесь высокие, вот этот манжет верхний идет, высокий, они ему прям ножку передавливают здесь сверху. Поэтому вот такие намного удобнее. Ну, и это лето, как бы сейчас не холодно. Такие вот серенькие носочки. Шкарпетки дитячие. Елена какая-то фирма. Так, в общем, одни серенькие вот такие вот. Это одни носочки. Дальше. Вот такие вот голубенькие сеточкой тоже. От пяточки коротенько, вот это вот подъем коротенький, и с сеточкой. Открываем упаковочку, пакетик убираем. Вот бабушкины ножки, вот такие вот голубенькие, и сеточка. Вот такие вот. Сеточка тоненькая впереди. Размер 12-14, тоже как бы это на 2 года. Так, а фирма называется Дюна. Такие серенькие. Так, следующие носочки. Стоили они 55 гривен, здесь 3 штуки. Как бы все равно, я считаю, это дорого для носков. Но у меня была главная цель купить трусики, плавочки. А носки это просто уже как пошли у меня, ну, чтобы как-то набрать какую-то посылку, не просить за, не платить за доставку. Как бы, доставка дорогая, 35 гривен, не платить просто так за доставку. Так. Как бы за трое трусов не платить. Доставку заодно. Эта фирма тоже Дюна. Пакетик убираем. Вот здесь три пары носочков, тоже коротенький подъем вот здесь от пяточки. Размер здесь 14-16, то есть это может быть даже не сейчас, а туда на осень. Вот. Одни такие светлые, молочные. Вторая пара бежевые. Третья пара коричневых. Они все в тон. Три штуки. Эти уже не сеточка, такие более плотные. Такие вот носочки. И сюда. А, тут наклеечка какая-то. Надо брать. Вот Дюна. Размер 14-16. На 2-3 года. Как-то так вот они идут. А вот тут уже оторвалась даже штучка. 55 гривен стоили 3 пары. Для заказа в интернете это недорогие носки. Ну а так, в принципе, это не дешево. В общем, вот такие еще 3 носочка. Так, ну и трусики. Погнали дальше. Так, пакетик убираем. Вот такие трусики. Вот одни. Все трусики заказывала плавочками. Не шортами, а вот именно плавками. Коротенькие.
Пакетик убираем. Размер 92-98. Фирма Италяля. Еще вот такие вот одни плавочки. Вот так вот попа. Здесь для мальчиков делают всегда вкладыш двойной. Впереди. Еще широкие резиночки внизу. Резиночки не тугие, хорошие. Здесь резиночка тоже не тугая. Хорошая, хорошо тянется. Вот такие вот. Какие-то там букашки нарисованы. Ёлочки. Такие бирюзово-голубенько-зелененькие. Такие вот неплавочки. Так. Вторые. Пакетик убираем. Второй размер здесь 92, это тоже на 2 года. Вот такие вот палочки, тоже широкие резиночки, тоже вкладыш впереди двойной. Здесь как бы для мальчика всегда они стандартные, идут одинаково. Резиночка тоже хорошая. Вот такие вот машинки. Такие вот. Веселенькие рисуночки такие. Можно даже этикеточку уже оторвать бумажную. Такие вот тоненькие. Давидка кашляет, что-то мы немного приболели, у меня голос немного подсел. Такие, в общем, трусики вторые и третьи трусики распечатываем. Такие вот голубенькие с футбольными мячами. Тоже мягенькая резиночка впереди. Ой, в принципе, в смысле сверху. Здесь резиночки вокруг ног немного потоньше, чем те. Такие голубенькие. Вот вкладыш, опять же, впереди двойная вставка. И такие вот мячики футбольные. Тоненькие тоже. Тут беленькие. Ну, такие тянутся немножко. Этот размер 98. Ну, как по мне, они одинакового все размера. Что те, что те. Величины, как бы, плавки одинаковы. Ну, голубенькие. Еще вот первые. Такие беленькие. Машинки голубенькие. Ну дайте немножко все-таки побольше. Ну ничего, будет на вырост. И вот такие вот носочки, три пары в тон, темнее, еще темнее и бежевый. Вот такие серенькие, темненькие, может быть, под ботинки даже. Можно на такую слякотную погоду, чтобы не умазать. Такие голубенькие сеточкой. Видно сеточку. Такие вот они. Этот размер 12-14. Это 14 размер. Елена. И эти размер дюна 14-16. Это самые большие. Вот. В общем, вот такие вот покупочки у нас получились. Давид говорит рисовать. Будем рисовать сейчас. Сейчас сыночек будем рисовать. В общем, вот такая вот посылочка получилась. Да, и еще хочу приплести к этой же посылочке. Сейчас сынок будем рисовать. Бабушка нам купила, подарила вот такую маечку. Красивую. Но это маечка как... Вот такая вот маечка молочного цвета. Здесь впереди там то ли Лондон,
то ли Лондон, то ли что такое Red написано. Сзади просто вот такая вот маячушка. Наша любимая бабушка подарила. Частенько делает подарочки всякие Давиду. Вот, вот такие вот покупочки мы забрали с новой почты. Все, спасибо за внимание. Вот такие вот посылочка такая у нас была. Вот, в принципе, это все. Всех люблю, целую. Спасибо за то, что смотрели мое видео. Может быть, что-то полезное посмотрели из него. В общем, всем до встречи. Всем пока-пока. Тём-тём.